Начнем с простых вопросов. Отвечайте кратко и сообщайте лишь то, что считаете чистой правдой. Чистой правдой? Это можно. Итак, ответьте кратко. Как вас зовут? Стэнтон Карлайл. Вы действительно медиум? Да, это так. Мистер Карлайл? Доктор, ты подумай. Лучше прилечь. Вы читаете мысли? Да, читаю. Зависит от обстоятельств. Отвечайте, пожалуйста, кратко. Все, чего я хочу. Того же, что и все, чтобы вас заметили. Итак, вы общаетесь с потусторонним миром? Мы в свое время насмотрелись на шарлатанов. С нас хватит. Не ты дурачишь людей, Стар. Они сами себя дурачат. Я вас озолотил! Пора бы и мне хоть что-то. Когда это закончится? Я хочу знать. Стоит насолить не тем людям, как мир вмиг становится очень и очень опасным местом.